Изборский клуб представил в Екатеринбурге свой очередной доклад на тему примирения красной и белой России. Ну, условно-красной, условно-белой. Примирение некого советского начала, примирение имперского начала. Для того, чтобы вот эта гражданская война, которая, к сожалению, до сих пор происходит в головах наших граждан, она была, в конце концов, прекращена. И единый наш народ двинулся вперед к построению сильного, мощного государства, каким всегда была, должна быть, и, я уверен, будет Россия. Что же касается перспектив Изборского клуба, то, на мой взгляд, клуб активно развивается, в нем появляются новые мысли, новые члены, и я думаю, что в ближайшее время Изборский клуб подготовит еще целый ряд интересных материалов на суд общественности.